为一场家国仇恨，已经有太多人牺牲。就因为我是前朝太子吗？以我对宇文确的了解，他肯定不会善罢甘休的。就让你最后再逍遥快活这几日吧。Если ты старался ради народа, почему тогда решил убить королеву Чу, а не Ювэньзе? Он ведь намного глупее, еще и бездарный. У принцессы Чу больше власти. На самом деле, сначала я планировал убить Ювэньцюэ, а потом принцессу Чу. Значит, я случайно помешала твоим планам? Наследный принц ничего не умеет, он обречен на проигрыш. После всего, что произошло, меня теперь больше беспокоит благополучие людей, моя личная ненависть. Больше не имеет значения. Мой Сусу такой мудрый и благородный. Но давай забудем о государственных делах. Мы ведь с тобой ничего не взяли. Может, пройдемся по магазинам? Идем. Ваше Высочество, что нам делать с телом посла Бэймана? Подкиньте его во двор поместья принцессы Чу. После этого я схожу навестить сестру. Слушаюсь, Ваше Высочество. Прочь с глаз. Да. Королева Чу. Я уж позабочусь, чтобы ты сдохла, как псина. Я же говорил, что принцесса Чу что-то замышляла. Сестра, посмотри. Посол Бэймана был убит в поместье принцессы Чу. Если бы я его не нашел, боюсь, случилось бы кое-что похуже. Принцесса Чу считает, что ей все дозволено. В этот раз она даже убила посла. Это доказывает, что она что-то замышляет. Не злись так, береги здоровье. Ты правда повзрослел? Теперь знаешь, что обо мне не нужно заботиться. Я знаю, сколько ты трудишься на благо страны, и, конечно же, я должен заботиться о тебе. Больше власти, больше амбиций. Передайте мой приказ. Окружите поместье. Приведите сюда королеву Чу живой. Ваше Высочество, что? По приказу старшей принцессы я пришел арестовать принцессу Чу. Сяо Йо, верно? Где она сейчас? Я не знаю. Я правда не знаю. Ваше Высочество, могу я спросить, зачем вам это? Отлично. Поскольку все раскрылось, ночью она сбежала. Наверное, планирует захватить власть. Арестуйте здесь всех и ждите приказов. А еще развесьте приказ старшей принцессы о розыске и аресте принцессы Чу. Да. Пошли. Смотри, сколько ты купила. Не похоже, что мы собираемся жить в уединении. Гонцы. Почему они здесь? Жестокая преступница Юэ Вэньин и ее напарник Сун Нинзе убили посла Бэймана, чтобы началась война. Ныне они объявлены в розыск. Нас не было всего пару дней. Все идет слишком быстро. Стой. Это неправильно. Почему мы в розыске? Юй Вэньцзю планировал тайно меня убить. Если я в розыске, это должен был одобрить его величество. Юй Вэньцзю совершил чудовищное преступление и решил обвинить в этом тебя. Что? Что теперь делать? Нужно вернуться и выяснить, что произошло. Ты шутишь? Мы так старались уйти подальше, а теперь ты хочешь вернуться? Если Юй Вэньцзю решил нас убить, мы будем в опасности. До тех пор, пока прячемся во тьме, нужно вернуться, чтобы узнать, что произошло. Почему все так сложно? Не волнуйся. Тебе не надо рисковать. Я пойду с тобой, если так надо. Нет. Здесь относительно безопасно. Переоденься в эту одежду, и никто тебя не узнает. Если не согласишься, я встану под плакатом и скажу им, что это я та королева, которую они ищут. Ты с ума сошла? Возьми меня с собой. Сейчас не время упрямиться. Я не упрямлюсь.
Я просто не хочу с тобой расставаться. Разве ты не обещал, что защитишь меня? Может, пока тебя не будет рядом, меня ограбят или убьют? Хватит. Я согласен. Пойдем вместе. Неважно, что случится. Мы должны встретить это вместе. Хорошо. Не бойся. Давай, давай. Все нормально. Почему ты смеешься? Да так. Просто твой наряд сегодня неповторим. Ты уверена, что меня так не узнают? Да не волнуйся ты. Почему он здесь? Это посол Бэймона? Да. Он правда умер? Кажется, его убили во дворце. Это посол Бэймона? Он мертв? Похоже... Его убили во дворце. Как это возможно? Когда мы уходили, его здесь не было. Судя по состоянию трупа, он мертв около суток. Тогда, когда мы ушли из поместья... Ты догадываешься, кто это сделал? Это мог быть только он. И Вэньцуэ. Других вариантов нет. Полагаю, он убил посла и обвинил в этом тебя. Он пытается выманить тебя, пользуясь властью императора. Ювэнь Цуэ, такой хитрец. Решил играть грязно, раз убить не удалось. Потратил столько сил, чтобы нас подставить. Насколько глупым должен быть император, чтобы поверить в его выдумку? Ты не помнишь? Ты ничего не оставила в поместье принца? Я потеряла свой жетон. Все сходится. Что нам делать? Пойдем в поместье принца. Найдем улики. Ты с ума сошел? Это же как самому пойти в логово тигра. Я хорошо знаком с его поместьем. В него будет нетрудно проникнуть. Ты же моя овечка. С тобой я чувствую себя в полной безопасности. Сюда. Ювенция. Что ты задумал? Один умер такой жестокой смертью. Враг прямо здесь. А я ничего не могу сделать. Я пойму, если тебе от этого станет легче. Сейчас главное очистить имя Чу Си и принцессы Чу. Ты уверен? Если я сейчас убью его, мы не сможем очистить твое имя.
Нам придется скрываться всю жизнь. Мы не сможем управлять своей жизнью. Не думай только обо мне. Делай, что должен. Живи для себя. Я сказал, что ненавижу его, но я никогда так не поступал. К тому же, у меня теперь есть ты. Уже столько людей погибло. Мы просто будем делать все, что можем. Ты хорошо подумал? Не пожалеешь? В конце концов, он будет наказан. Кто-то идет. Зов природы. Думаешь, он поверит нашему посланию? У нас есть свидетели и доказательства. Кроме того, я давно приставил к ним шпионов. А если старшая принцесса будет недовольна? Война на Западе не прекращается годами. Если она сейчас затронет амбиции Баймана, династия Лань, существующая меньше 20 лет, будет в смертельной опасности. Поэтому я верю, что она отнесется к этому серьезно. Ты так много знаешь, наследный принц прошлой династии. Что еще ты скрываешь? Я... Но все-таки Юй Вэнь Цюэй ее брат. Поэтому мне интересно, что она выберет. Что, если она оставит меня козлом отпущения? Не волнуйся, я с тобой. Ты умрешь со мной? У меня есть план. Что нам делать дальше, ваше высочество? Не спускайте глаз с императорского дворца. Если произойдет что-то необычное, докладывайте. Сразу же. Есть. Сестра, ты слишком нерешительная. Так что не вини меня. Стойте. Ваше высочество, так вы здесь? А мы вас ждали. Посмотри на свою одежду. Совсем никакого стыда. Похоже, ты не осознаешь своей вины. Я не причастна к смерти посола Бэймана. Взять ее. Есть. Ты знаешь, что тебя ищут? Конечно. Вы разослали объявление о розыске по всей стране. Тогда как ты посмела прийти сюда? Я знаю, что вы подсылали ко мне шпионов. Уверена, вы расследовали это дело? Раз уж меня арестовали не сразу, я решила, что вы хотите поговорить. Поэтому я здесь. У тебя есть доказательства? Конечно. Этот человек помог наследному принцу убить посла Баймана. Он признался в этом. Ваше высочество, я по глупости помог наследному принцу совершить ошибку. Зачем он это сделал? Он хочет захватить власть. Амбиции Вэнь Цюэ всегда были опасны для императорского дворца. Он собрал под своим началом очень много солдат. Он ждал сегодняшнего дня. Боюсь, тело посла все еще во дворце принцессы Чу. Можете послать людей, чтобы они проверили. Ты сказал, что у Вэнь Цюэ много солдат. Откуда тебе это известно? Потому что я был одним из них. Наследный принц прежней династии служил нашему принцу? Как иронично. Ваше высочество, он бы давно устроил мятеж, если бы хотел. И точно не рассказал бы вам, что сделал принц. Доброжелательность и праведность – основа управления страной. Мы пришли, несмотря на смертельную опасность. Прошу, будьте милостивы, отпустите нас. Интересно. Королева Чу так сблизилась с бывшим принцем. Даже если вы не убивали посла Бэймана, я не могу вам доверять. Это не имеет к ней отношения. Ты не боишься, что я убью тебя? Разве вы
Уже недавно об этом мечтаете? Принц смелый, но безрассудный. Он так глупо подставил принцессу Чу. Боюсь, что вы сами одобрили то, чтобы принц подбросил тело во дворец принцессы Чу. Вы просто хотели выманить меня. Ничто не может ускользнуть от глаз бывшего принца. Сколько еще твоих последователей прячется во дворце? Если в стране будет мир, и вы отпустите принцессу Чу, мои люди будут верно служить вам. Хорошо. Я обещаю. Я могу отпустить вас. Но мне понадобятся твои солдаты. Благодарю, старшая принцесса. С этого момента будет считаться, что королева Чу мертва. Вам запрещен вход в столицу. Я и принцесса Чу выполним ваш приказ. Можете не волноваться. Разрешите откланяться. То, что ты сказала старшей принцессе, было правдой? Конечно. Похоже, ты высоко ценишь меня. Ты на седьмом небе от пары слов? Что это значит? Надо научить тебя нашим фразочкам. А то попусту слова на тебя трачу. Тогда можешь не тратить. Нас могут увидеть. Что? Испугалась? Кто это испугался? Когда ты стал таким смелым? Я научился этому у тебя. Тебе не нравится? Если мужчина слишком хорошо флиртует, он становится ненадежным. С другими не флиртуй. Откуда у меня другие девушки? Бывший принц. Принцесса Чу? Ваше высочество, согласно расследованию, посла на самом деле убили солдаты наследного принца. Мы их уже арестовали. Но люди Баймана требуют объяснений. Хорошо, можешь идти. Есть. Ваше высочество, а что с принцессой Чу? Ты так о ней беспокоишься? Ты столько служил ей, но тебя не раскрыли. Спасибо. Это мой долг. Готовься вернуться во дворец. Есть. Какой у тебя план? Расскажи. Я хочу жить с тобой в уединении. Давай найдем местечко, где можем поселиться. Раз принцесса нас отпустила, давай уедем из этого страшного дворца. Хорошо. Но сначала мне надо заглянуть домой. Нужно дать Сяо Ю и другим слугам денег, чтобы они тоже обрели свободу. Что это? Я знаю, что в последнее время ты неважно себя чувствуешь. Я попросил королевских лекарей приготовить эту целебную кашу. Охрана, да. Проверьте ее. Хорошо. Сестра, что это значит? Узнаем, когда проверим. Ты мне не доверяешь? Цюэ. Боюсь, я тебя избаловала, раз ты осмеливаешься себя так вести. Проверяйте. Вот как ты заботишься обо мне. Я не знал, что каша отравлена. Сестра, меня подставили. Это он. Он что-то добавил в кашу. Должно быть, его подговорила принцесса Чу. Ей выгодно обвинить меня, чтобы рассорить нас. Поверь. Прошу, поверь мне. Даже сейчас ты осмеливаешься лгать. Приведите его сюда.
Думаешь, что тебе это сойдет с рук? Отец просил тебя позаботиться обо мне. А ты? Ты относилась ко мне как к дураку. Ты позволяла принцессе Чу годами подавлять меня. Все смеются надо мной, потому что я лишь зовусь наследным принцем. Ты правда считаешь меня своим братом? Я твоя сестра. Но еще я старшая принцесса этой страны. Постановление о свержении Юйваньцюя. Королевское распоряжение гласит: Юйваньцюя совершил преступление, замышляя предательство против принцессы. Отныне Юйваньцюя будет лишен своего титула. Он не может войти во дворец без разрешения. Объявления о розыске принцессы Чо будут уничтожены, и ее восстановят в должности. Точка. Что вы тут стоите? Ехэнь. Скажи, что мне делать? Ваше высочество, ваша рука. Не зови меня так! Я больше не принц! Убирайтесь! Кто меня предал? Кто еще из вас работает на принцессу Чу? Вы подставили меня, вы все! Это ты? Нет. Ты? Нет. Никто из вас не виноват? Тогда почему мой идеальный план потерпел крах? Только я, Хэнь. Только я сам. Не предам себя. Хватит тут стоять! Убирайтесь прочь! Ваше высочество, успокойтесь. Пожалуйста, доверьтесь нам. Предательство Адина. Предательство Сун Ниндзе. Лучшие бойцы, которых я так ценил, предали меня в критический момент. Как я могу доверять вам? Слишком поздно говорить об этом. Сейчас. Сестра свергла меня. Теперь... Я никто! Уходите пока. И вы не пострадали. Вот мы и вернулись. Да. Интересно, сможем ли мы еще раз сюда вернуться? Что? Ничего. Сяоё! Пошли, принцесса вернулась. Сяоё! Скорее! Почему Сяоё нет? Королева, почему вы так одеты? Это долгая история. Я пришла, чтобы дать вам указания. Сяоё хотел нас прогнать. Пожалуйста, помогите. Кем бы вы ни были, мы хотим следовать за вами. У вас есть собственные жизни. Не бойтесь. Впереди только лучшие дни. Мы обязательно увидимся. Идите. Раз уж мы будем жить вместе, я научусь готовить. Пойдем за продуктами. Я не осмелюсь есть твои блюда. Лучше буду готовить сам.
Ты меня недооцениваешь. Вообще-то, раньше я смотрела много кулинарных шоу. Тебе не понять. Просто исполняй свою роль принцессы, хорошо? Ты же сам был наследным принцем. Разве ты умеешь готовить? Когда мне было 8 лет, я стал бездомным. После этого мы с Адином много чего пережили вместе. Вот видишь, ты так много страдал. Я позабочусь о тебе. Знаешь, я уже не могу думать о том, что я могу потерять тебя. Пойдем за покупками. Идем. Игрушка в виде тигра. Посмотрите. Как мило. Что думаешь? Часи, госпожа. Не мните его. Вы же его порвете. Часи. Часи. Ваше Величество, похоже, что принц теряет рассудок. Он обезумел и ранил себя. Для взрослого он ведет себя как ребенок. Оставьте его. Тебе так повезло попробовать блюдо, что я приготовила. Ты будешь пробовать или нет? Вкусно. Правда? Попробуй. Ты меня обманул. Я ощутил вкус твоей любви. Мне понравилось. Когда это ты стал таким истецом? Хочешь сказать, скажи, пока не поздно. Чтобы потом не сожалеть. Почему ты такой странный сегодня? Господин, купите фонарь, чтобы загадать желание. Малышка, ты не видела высокую, худую, милую девушку? Не проходила она здесь? Господин, хорошо, что вы у меня спросили. Говорят, сегодня будет дождь из лепестков персика. Я такого не видел. Это красиво? Опадающие цветы персика? Ты про метеоритный дождь? Я потерял Адина. Я не могу видеть, как твою душу поглощает принцесса Чу. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Пускай мы будем в разных мирах. Мне этого будет достаточно.或许是否清醒已不重要，我的心早已是你的形状，就像那月光未走夜路的人指引方向，我愿意倾尽这一生，换一生有你的剧本。
想可能有一个人默默为你留了门。当你迷路前方有我在等，情到深处怎会舍得离分，只剩下你的气味还能保留余温。能不能再留一扇跨时空的门，飘落花语是中分。情到深处怎会舍得离分，只剩下你的气味还能保留余温。能不能再留一扇跨时空的门，飘落花语是中分。Чесси, подожди。Возьми свой браслет. Зачем ты выкопал его? Возьми, делай, как я говорю. Нет. Почему? К чему ты клонишь? Хочешь порвать со мной? Конечно, нет. Разве ты не осознала, что в тебе происходят какие-то изменения? Принцесса Чу пытается завладеть тобой, чтобы вернуться. Я не дам тебе исчезнуть. Ты помнишь о трех условиях? Первое — держаться в 10 метрах. Второе — помочь найти труп. И третье — ты не сказала. Не важно, что ты ошибся. Главное, что ты осознал свои ошибки. А сейчас? Делай, что хочешь. Ты увидишь их смерть своими глазами. Они ответят за то, что причинили тебе боль. Вперед! Ехэнь, жди меня здесь. Куда это вы? Без заверительной бирки... Вы не можете уйти из поместья. Найди укромное место и спрячься. Цуэ? Дядя? Бывшему принцу. Не так-то просто покинуть столец живым. Нельзя здесь оставаться, надо уходить. Принцесса Чо, уходи. Нинзе, очнись. Сунинзе, Сунинзе, очнись, ну же. Ты не можешь умереть. Мы еще много куда должны сходить и много чего сделать. Как ты можешь оставить меня?
Разве ты забыл о том, что обещал мне? Ты не можешь умереть. Чуси. Не волнуйся. Ты заставила меня позабыть о ненависти и научила любить. Этого достаточно. Я ни о чем не жалею. Живи своей жизнью в своем мире. Забудь обо мне. Нет, не хочу. Суниндзе, третьим было то, что ты всегда должен меня защищать. Не умирай. Четырнадцатое число. Когда я попала в тот мир, тоже было 14-е. Или это был просто сон? Почему он был такой реальный? Почему меня больше не привлекает моя простая и счастливая жизнь? Почему мое сердце так бьется из-за мужчины из сна? Он слишком реальный. Сегодня будет метеоритный дождь, который можно увидеть ночью. В северной стороне неба вы сможете насладиться удивительным зрелищем. Та же дорога, все так же, как и вчера. Ничего не изменилось. Все, что произошло, действительно было сном? Чуси! Суниндзе! Суниндзе, ты все еще хочешь убить королеву? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.